Официально в Одессе больше 300 бомбоубежищ. В них должны быть запасы еды, воды, система очистки воздуха. Еще несколько тысяч подвалов можно использовать как укрытие. Но это теоретически. В реальной жизни в случае опасности бежать будет некуда. Убежища разгромлены, оборудование разворовано. Чиновники даже не говорят, где находятся укрытия. Я владею цифрами не только сколько убежищ, сколько ПРУ. Я владею цифрами, сколько у нас подвальных и других заглубленных помещений, вплоть до приспособленных катакомб для укрытия населения. Только эта информация секретная, по мнению чиновников. Простым людям не положено знать, где можно спастись. Заверяют, места хватит на всех, но это неправда. Только по официальной информации почти треть убежищ непригодны для использования. В реальности цифра близится к 100%. Чиновники, отвечающие за безопасность, утверждают, способны привести в готовность любое укрытие всего-то за 12 часов. Стоит ли говорить, что ракеты прилетят быстрее? Вы знаете, где находится ближайшее убежище по благоустройству администрации. Оно готово? Абсолютно. Вы можете нам его показать? Нет. Почему? Потому. Это секрет? Да. Одна большая диверсия. Вот и все. Первый городской провел собственное расследование. Нам не удалось отыскать готовых убежищ, кроме двух образцово-показательных и губернаторского. Но туда простых смертных не пускают. По инструкции гражданской обороны выжить сложно. Оповещать о возможной атаке горожан будут с помощью радиоточек и сирен. По правилам, за 12 часов до нападения будут ходить специальные люди и рассказывать, где находится ближайшее укрытие. На практике можно надеяться только на себя. Юрий Гальченко, Юрий Шинкаренко, Первый городской.